Пантелеев. Честное слово. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был весь в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие, держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик, я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около Белой церкви, и не заметил, как наступил вечер. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился, мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку, там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик, лет 7 или 8. И, опустив голову, плакал. Эй, что с тобой, мальчик? Ничего. Как это ничего? Тебя кто обидел? Никто. А чего ж ты плачешь? Ну, давай, пошли. Смотри, уж поздно, уж сад закрывается. Не могу. Чего не можешь? Идти не могу. Как это, почему? А что с тобой? Ничего. Ты что, нездоров? Нет, здоров. А почему ж ты идти не можешь? Я часовой. Как часовой? Какой часовой? Ну что, вы не понимаете? Нет. Мы играем. Так с кем ты играешь? Не знаю. Послушай, что ты говоришь? Как же это так? Ты играешь и не знаешь с кем? Да, не знаю. Я на скамейке сидел. А тут какие-то большие ребята подходят и говорят: хочешь играть в войну? Я говорю, хочу. Стали играть. Мне говорят: ты сержант. Один большой мальчик, он маршал был, он привел меня сюда и говорит: тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я ей говорю: хорошо. А он говорит: дай честное слово, что не уйдешь. Ну? Но я ей сказал: честное слово, не уйду. Ну и что? Ну вот, стою, они не идут. Так. И давно они тебя сюда поставили? Еще светло было. И где же они? Я думаю, они ушли. Как ушли? Забыли. А чего ж ты тогда стоишь-то? Я ж честное слово дал. Я уже хотел засмеяться. Но потом спохватился и подумал, что смешного, тут ничего и нету. И что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, чтобы не случилось, хоть лопни. А играет или не играет, все равно. Вот так история получилась. А что же ты будешь делать? Не знаю. Да, мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что бы я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой. Да где же их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уж, небось, поужинали, спать легли, и десятые сны видят. А человек на часах стоит в темноте, голодный, небось. Ты, наверное, есть хочешь? Да, хочу. Ну вот что. Ты беги домой, поужинай. А я пока за тебя постою тут. Да? А мне можно разве? А почему нельзя? Вы же не военный. Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник. Подожди минутку. Я сейчас.
Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Я уж хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку. Товарищ майор! Минуточку, подождите, товарищ майор! В чем дело? Видите ли, в чем дело? Тут в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик. Не может уйти, он дал честное слово, но он очень маленький, он платит. А при чем же тут я? Ну вот, мой трамвай ушел. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать. Идемте. Идемте, конечно. Что же вы мне сразу-то не сказали? Сад закрывается. Опоздали. Нет, пожалуйста, несколько минут. Подождите, там в саду мальчик остался. Какой мальчик? Мальчик. Бог с вами. Посмотрите, сколько времени-то. Все мальчики второй сон уже доглядывают. Ну, там действительно мальчик. Очень вас просим. Ну, не знаю. Ну, подожду уж. В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где его оставил. И опять, но на этот раз очень тихо плакал. Мальчик, ты здесь? Здесь. Товарищ караульный, какое вы носите звание? Я сержант. Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост. А у вас какое звание? Я не вижу. Сколько у вас звездочек? Я майор. Есть, товарищ майор. Приказано отставить пост. Ну, пошли. А то там сторож суровый. Ну, вот и мы. Батюшки, и правда. Вот так лет. Ты что там делал ночью уж? Мне... Это ты дома сейчас объяснишь. Тебя там зададут по первое число. Спасибо вам, до свидания. Но никакого порядку. Да нет, как раз порядок. Майор есть. Протянул мальчику руку. Молодец, товарищ сержант, сказал он. Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания. Мальчик что-то пробормотал и сказал: до свидания. А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. «Может быть, тебя проводить?» — спросил я у него. «Нет, я близко живу. Я не боюсь», — сказал мальчик. Я посмотрел на его маленький веснущатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. Еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.